Когда-то здесь ассасины чувствовали себя в безопасности. Джан Юн и его тигры положили этому конец. Их было больше, и они застали нас врасплох. Они практически уничтожили братство. Смерть Гао Фэна заставит тамплиеров задуматься. Ассасины вернулись. Надо бы повнимательнее осмотреться. Что-то? Есть. Спасибо.
我好像听到什么声音，怎么回事啊？你死定了！滚！Проверим твои рефлексы. Как молния. Попробуй еще раз. Неплохо. Теперь убей его. Отлично. Твоя подготовка почти завершена.怎么回事啊？大概是鸟吧。滚！报上名来！没错，站远点。
Здесь мы хранили свитки ассасинов. Я должна вернуть как можно больше свитков.是谁？ 保持警戒，我们得保持戒备才行。我同意，我们不能让任何人通过。注意！
Готово. Гао Фэн мертв. Как и Ма Юньчэн. Мясник? Отлично. Наш план сработал. Кто следующий? Терпение, сестра. Главное – осторожность. Теперь Джан Юн и его тигры правят всей империей. Сегодня он лишился двух тигров. У Гао Фэна шкатулки не было. В этот раз мне не удалось ее вернуть. Не волнуйся. Мы с самого начала знали, что рискуем. Если бы тебя поймали без шкатулки, то, скорее всего, убили бы. Мы вернем ее. Возможно, тамплиеры приведут нас к недостающей части. Возможно. Но я боюсь, что мы сами отдали врагам опасное оружие. Отдыхай, сестра. Вместе мы освободим нашу землю от тамплиеров и их пешек. Джан Юна и тигров. Мы возродим братство.